Всем привет, друзья! Итак, с вами снова Вилли. Сейчас я еду в автошколу. У меня сейчас покатушки. Так что я сейчас направляюсь в сторону Олимпийского стадиона. Через 20 минут должно начаться. Я думаю, все равно придет позже. Так, блин, сейчас бы не прозевать меня. Куда ехать-то? Движение сегодня плотное на улице. Все куда-то едут. Понял. То есть мне прямо. Так, сегодня постараюсь снять именно как я катаюсь, потому что в прошлый раз не получилось. Но сегодня, я думаю, все будет по-другому. Ну, если я это дело не вырезал, значит, вы это увидите. Блять, на заправку надо заезжать. Блин, меня вот убивает у этого мопеда, это его прожорливость. 5 литров на сотню. Это жесть. Для мопеда, для такого, для 50 кубов, это очень много. Так, ух ты, правильно заехал. Надо бы посмотреть еще улицу, на всякий случай. Ну, по карте я, в принципе, должен. Ну-ну-ну, ехай, ехай, ехай. Все, как можете видеть, да, на улицах уже жизнь кипит, как будто никакого карантина и нет. Потихоньку уже все наладилось. Ну, почти. Так. Чувствую, я здесь долго буду ехать с таким трафиком. Ну, у меня есть запасик 15 минут, еще, в принципе, успеваю. Если что, можно обогнать. Неуверенных бабушек хуже нет, это когда неуверенный водитель. Не знаешь, что от него ожидать. Суппорт вроде вчера подтянул, хотя там подтягивать было нечего. Все равно немножко чувствую, бренчит. Наверное, там какая-то резинка, может быть, стерлась или что-то. Непонятно. Потому что когда болты тянул, все протянул намертво. Не должно ничего. Но сам суппорт все равно ходуном ходит. Немножко. Может, так и должно быть, хер его знает. Так. Эх, блин. Правильный. А вот сейчас я что-то здесь немножко запарился. А, нет, так, мне здесь только прямо, значит, все верно. По-моему, вот на следующем мне налево надо. Так, да, точно, здесь налево. Упс. Вот так вот. А здесь направо. Как раз Олимпийская штрасса. Все верно. Тебе тупо прямо до конца. Сейчас увидите площадку, где тренируются мотошколы. Это, в принципе, парковка возле стадиона. Но в обычные дни она как бы разрешается для использования, ну, для автошкол, кто на мотоцикле учится. Я в прошлый раз поехал в автошколу, а потом как вторым номером поехал с инструктором как раз сюда, на Олимпийский стадион. А сейчас мы просто договорились, что я сразу поеду сюда, и все. Ну-ка, с моей школы никого нет, не видно? Ладно. Будем ждать. А, пока вырублю камеру. Пока ничего интересного.
Так, друзья, сейчас, как вы видите, я занимаюсь. Ха-ха-ха, заебись. Сейчас экстренное торможение буду. Еще разочек и другое упражнение. Шлем пристегнуть. Так, сейчас еще разочек слалом, медленный. Mit den Händen an den Hebeln fährst, das würdest du im Ernstfall auch nicht tun. Mhm. Da hast du die Hände hier geschlossen und dann bremst du erst, wenn was passiert. Okay. Ja, und deswegen, das soll man ja ein bisschen trainieren auch. Ja, wenn du die ganze Zeit so fährst, okay, Bist du später auch nicht. Ja. Gut. Ich habe den jetzt weggeräumt, weil er jetzt die Bahn da übernimmt, den Schritttempo-Slalom nicht die ganze Zeit auf der Bremse steht. Mhm. Aber der leuchtet die ganze Zeit, da bremst nicht. Echt? Also nur, wenn es mal nötig ist, ansonsten mit Gas und Kupplung das hinkriegen und schön ruhig. Ja, da muss man ein bisschen kontrollierter sein. Wir machen jetzt aber erstmal dann Slalom mit 30. Okay. Haben wir, glaube ich, letztes Mal noch nicht gemacht. Nee, noch nicht. Ja, dann von oben nach unten. Ich baue dir einen Slalom auf. Mhm. Da musst du dann schön mit 30 durchgehen. Der wird zum Ende hin enger. Mhm. Ja, also am Ende musst du den Druck verstärken, darfst du nicht von der Geschwindigkeit runtergehen. Kann ich erstmal mit kleinerer Geschwindigkeit? Erstmal mit kleinerer Geschwindigkeit beginnen, dich einfahren. Mhm. Ja. Okay. Und dann fährst du halt, dann musst du hier ein bisschen enger wenden. Das werden wir auch noch gleich noch machen. Wendungen üben. Und bergauf überlasse ich dir jetzt mal. Da kannst du ja nochmal Stop and Go machen, kannst du mal eine Gefahrbremsung bergauf machen. Ja, den Slalom aber immer von oben nach unten, sonst ist er verkehrt rum. Alles klar. Ja? Gut machen. Ja. Gut. Короче, наругал меня сейчас за то, что я постоянно руки держу на сцеплении и на тормозе. Так что два пальчика на тормозе не прокатит. Сейчас он для меня новый слалом делает на 30 километрах, который. Так. Сейчас попробуем. Новое упражнение, я его еще не делал, блядь, ну сейчас. Ладно. Окей. Короче, сейчас этот пилон. Надо было сразу просто подъезжать на второй передаче. И все. А я с третьей начал переключаться. И в итоге с третьей на первую переключился. И немножко запарился, блин. Косяк. Так, попытка номер хер его знает какая. Поедем сразу на второй передаче.
Так, разгонимся где-то до 30. Все, 30 еду. Ой, блядь, надо же прямиком на этот ехать. Короче, когда я начинаю делать контрруление, у меня газ непроизвольно дается много. Надо сейчас попробовать с третьей. Сейчас попробуем с третьей передачи. Все, теперь я на третьей. Так. Сейчас все получится. Scheiße, der ist schwer. So. Ja. Okay. Moment nochmal. So. Warte. Ganz allerdings. Ja. Jetzt kippt man noch ein bisschen. Hast du Kraft im Bein? So, dann rutsche ein bisschen rüber oben. Genau. Scheiße. Okay. Scheiße. Ja. So, ich muss mal eben gucken, ob der Hebel noch. So. Der drückt die dann mal ein bisschen rein und dann bleibt er da hin. Так, сейчас будет объезд препятствия. Так, поворотник.